сейчас я представляю режиссера и хореографа студии балета детской из Лисагинеса Татьяну Нежо. Прошу. Я передаю вам дорогое управление и сажусь на свое место и получаю удовольствие. Добрый вечер, уважаемые зрители. Лисагинский дом творчества представляет проект «Янтарный замок». Сегодня мы совершим маленькое путешествие и в страну большой и красивой, я бы сказала, чистой любви. Конечно же, путешествие в мифологии в те времена, когда боги правили миром и судьбами людей, невозможно без той романтики, которые несут фрегаты. Наверное, вы все видели фрегаты, старинные корабли, которые специально были сделаны для этого проекта. На дворе 21 век, но до сих пор парусники и фрегаты восхищают и отдают много интересного как взрослым, так и детям. Ученики лаборатории судомоделирования Дома творчества под руководством Владимира Муравьева, представили небольшую коллекцию парусников и фрегатов, без которых наше путешествие не могло состояться. Именно Владимир Муравьев сделал эскиз для литовской лодки «Куренос», на которой будет сегодня путешествие нашей любви. Почему я взяла именно корабелов в спектакле? Ну, наверное, потому что невозможно пройти вот этот экскурс в романтику, в те мифологические времена, и создать такую некую атмосферу, мифологии. Поддержали морскую тему у нас, мы создавали программки, которые студия фитодизайна и педагог-методист Наталья Марченко украшала их. Я надеюсь, каждый из вас сегодня заберет одну маленькую программку. Я назвала балет «Янтарный замок». Уже существует балет «Юратий Каститис» на музыку Гродиса. Уже существует опера, рок-опера. Но это нечто большое и громкое для моих маленьких детей. Но обойтись без любви такой красивой, которая нуждается наше общество в показе именно такой любви, которую даже мы еще схватили и знаем. Я не буду рассказывать легенду. Я предлагаю вам приятного вечера провести вместе с нами.
išmestas gintaro gabalėlis byloja apie nepaprastai kilnią, aistringą ir tragišką meilės istoriją. Tikriausiai dėl to gintaro gabalėlis skaidrus kaip ašara ir tyras kaip jūratės ir kastyčio meilė. Tai atsitiko labai seniai. Kai viešpatavo dangaus valdovas Perkūnas, o deivė Jūratė gyveno Baltijos jūros dugne, nuostabioje gintaro pilyje. Ji buvo pati gražiausia iš visų deivių ir net neįsivaizdavo, ką reiškia žmogiška meilė. Na, o dabar viskas iš eilės. Įsitaisykite patogiai ir pasiruoškite pamatyti, apie ką pasakoja ši legenda. Thank you.
Thank you.
Thank you.
skalaujam jūros bangų, jūratė iki šių dienų rauda dėl liūdnai pasibaigusios meilės istorijos ir savo mylimojo Kastyčio žūties. Besiklausydama jos raudos nerimsta Baltija, putoja ir šėlsta jos bangos, išmesdamos į krantą iš jūros gelmių per kūno sudaužytos gintarinės pilies liekanas. O smulkus gintaro gabalėliai tai jūratės ašaros, tokios pat tyros, kaip ir kažkada pražuvusi jos meilė.
была в роли победительницы. В этом году она поступила в Вильнюсскую бесплатную экономическую. Мы до 12 класса танцуем, а потом некоторых учеников отдаю в национальную школу имени Чернёвиса. Но такие